Сегодняшняя тема наша ⁇ это волновая оптика. Пока с точки зрения геометрической оптики, того, что мы рассматривали с вами на прошлом занятии, у нас не было возможности описать, почему разрешение микроскопа не является абсолютным, почему не можем увидеть очень маленькие объекты, различить их отдельно. И поэтому на этом занятии нам нужно будет немножко затронуть волновую оптику, она нам понадобится и дальше при работе с живыми объектами. Я делал небольшой опрос, и большинство людей высказалось в пользу того, что с живыми объектами вы все-таки работать будете, рано или поздно. Поэтому волновая оптика нам здесь тоже понадобится. И она позволит нам ответить на несколько вопросов. Во-первых, что такое разрешение, почему оно не абсолютное, от чего оно зависит. Опять же, контраст, о котором мы говорили, каким образом он может увеличиваться, уменьшаться. Это позволит нам сформировать подход, как правильно нам подобрать объектив и конденсор, потому что на прошлом занятии мы поговорили о числовой апертуре и объективе и конденсора, сказали, что они, скорее всего, должны быть равными, но не объясняли, почему так происходит. И давайте начнем с того, что вспомним совершенно базовые понятия, такие как интерференция. Когда у нас есть две волны, предположим, что они у нас когерентные, предположим, что они у нас одной и той же длинной волны, то есть условно говоря, монохроматичны, и если они в пространстве оказываются в одной точке, то две такие волны, они сложат свои амплитуды, и в итоге мы получим э, волну с амплитудой э, равной сумме этих двух волн. Есть прямо противоположный случай, когда у нас точно так же две волны э, с одной и той же длиной волны, но фазы у них различаются ровно на половину длины волны, то есть они идут в противофазе. И тогда, в случае, если эти две волны в противофазе, мы получим результирующую волну как разность этих двух волн. Естественно, это два таких крайних случаях Ну, как вы знаете из высшей математики, если у нас будут совершенно одинаковые две синусоиды, на какой бы они ни были сдвинуты число по фазе, в любом случае результирующее тоже будет синусоида с такой же частотой, но ну, только сдвинутая и уменьшенная или увеличенная по амплитуде. Таким образом, у нас есть так называемая конструктивная интерференция, целый набор случаев, когда у нас две волны будут складываться и в итоге результирующая волна будет иметь большую амплитуду. У нас есть деструктивная интерференция. Ну, нужно сделать небольшое отступление. То, что деструктивная интерференция сейчас, то, что мы видим в плоскости, действительно а, приводит к тому, что как будто бы мы эту энергию потеряли. Да, куда она делась? Здесь была энергия одной волны какая достаточно большая. Здесь тоже большая. В итоге мы получили волну с очень небольшой энергией. На самом деле, дело в том, что мы сейчас рассматривали эту ситуацию в плоскости. Энергия просто перераспределяется. Если она в плоскости в этой части, где мы смотрим, стала меньше, то где-то уже в объеме, в других частях пространства эта энергия стала больше. То есть происходит, естественно, перераспределение, никакой потери энергии при этом происходить не может. И поговорив об этих формальностях, давайте перейдем к э, феномену дифракции. Я думаю, что со школьного курса вы его знаете, что волна, в случае, если она встречает преграду, заходя за нее, будет заходить за область геометрической тени. То есть, в принципе, по идее, здесь волна должна была бы также пройти прямо, да, но за счет дифракции на краях у нас получается вот такой вот фронт волны, немножко изгибающийся. С другой стороны, давайте посмотрим, на ситуацию из оптики. У нас есть какой-то точечный источник света, пускай даже бесконечно удаленный, если мы хотим. И в итоге, если у нас есть э, такая же апертура, то на экране за ней мы увидим не одну точку, за счет того, что у нас есть дифракция, у нас будет как-то изменяться эта картина, а некое распределение э, уже яркости этого света или мощности излучения, как хотите. И действительно, центральная часть будет наиболее яркой, где-то 80% яркости на нее придется. Дальше будет более темный участок и опять более яркий участок и так далее, концентрически. Если мы на такую картину, реально снятую в солнечный день, опять же посмотрим на то, как это будет выглядеть, то у нас есть центральное пятно, очень яркое, потом есть первый минимум, второй максимум более яркое пятно, опять минимум, максимум и так далее. С другой стороны, представьте, а если у нас теперь источника света 2, то по идее у нас и два пятна должно организоваться. Согласны? Но если у нас расстояние между источниками настолько маленькое, что эти пятна как бы накладываются друг на друга, сможем ли мы их различить как два отдельных пятна? Конечно же нет. И отсюда становится понятно, что даже если у нас сейчас нету практически никакой оптической системы, да, мы смотрим только тень от объекта, которая прошла через небольшое отверстие, если размер этого отверстия меняется, то будет меняться и размер пятна, который получается, и при каких-то размерах мы можем различить объекты, возможно, при каких-то точно не сможем. Но давайте посмотрим на эту же картину теперь в объеме. По x и y это действительно плоскость изображения, по z здесь интенсивность, яркость. И вы видите, что вот этот центральный участок, он наиболее яркий. То есть вот на него, еще называется диском ARI, приходится 84% интенсивности исходного света. Давайте пойдем дальше. На самом деле то, что мы с вами увидим, будет зависеть от размера этой апертуры. Если апертура, то есть это отверстие, будет примерно равна длине волны или меньше нее, то мы с вами получим в итоге свет, как будто он идет от точечного источника света. Как видите, вот здесь вот у нас формируется, по сути дела, вторичный источник. И дальше волны от него расходятся по кругу. То есть, в принципе, мы получаем действительно как будто вот такой вторичный источник сферических волн. Но если у нас размер апертуры становится больше длины волны, то согласно принципу Гюгенса каждая часть этой волны будет являться источником вторичных волн таких же. То есть, по сути, мы можем представить, математику углубляться не будем, но как набор вот таких вторичных источников на расстоянии, опять же, длины волны, и понятно, что если у нас есть некое количество таких источников, то образующиеся ими волны, тоже сферические, будут интерферировать. И что мы с вами получим? Посмотрите. В этой части у нас все волны пришли в одной и той же фазе. Соответственно, у нас здесь конструктивная интерференция, мощность максимальная, особенно вот в этой точке. Дальше. В этом месте у нас волны пришли в противофазе точно. То есть деструктивная интерференция. Как видите, здесь действительно у нас наблюдается резкое уменьшение яркости. Идем дальше. Опять у нас есть некий участок, где волны приходят в фазе. В противофазе. В противофазе и так далее. Ну и как видите, это точно повторяет ту самую картину распределения яркости, которую мы видели на предыдущем слайде. Давайте я сотру все, что у нас было нарисовано, чтобы было хорошо видно. Видите, центральная яркая часть, дальше темная часть, где была деструктивная интерференция, опять участок, где была конструктивная интерференция, деструктивная и так далее. На самом деле эта ситуация будет повторяться и в том случае, если мы будем использовать с вами какую-то оптическую систему. Давайте попробуем перейти от некой э, системы, которая позволит нам описать этот эффект, до э, реальной двояко выпуклой линзы, которую мы, будем пытаться, которую мы будем пытаться использовать, чтобы получить изображение некого точечного источника света. Давайте в картину нашу предыдущую с апертурой, которая явно больше длины волны, добавим линзу. Что эта линза сделает? Она изображение этой апертуры да, на экран нам, например, если мы на определенном расстоянии все это поместим, увеличит. Но так как на краях этой апертуры у нас происходит дифракция, то, естественно, у нас будет не ровно картинка этой апертуры, а будет вот такая же дифракционная картина. У нас будет, опять же, Некая часть, где будет больше всего яркости, потом у нас будет мало яркости, больше, меньше и так далее. И смотрите, как интересно, если у нас размер вот этой апертуры будет очень маленький, и на экране она должна была вообще в одну единственную точку превратиться, то, как ни странно, у нас дифракция на такой маленькой апертуре будет достаточно большой. И в итоге изображение мы получим, посмотрите, вот это вот пятно будет достаточно большим. Давайте открывать апертуру до какого-то расстояния. И до какого-то расстояния в таком случае действительно у нас, как ни странно, за счет того, что дифракция будет меньше, размер у нас стал больше, у нас вот это вот пятно центральное, которое мы получаем за наши линзы, будет уменьшаться. То есть у нас будет возможность вот эти два, например, или три источника, за счет того, что теперь у них не сильно перекрываются их изображение. Увидите, как отдельные. Здесь же, если у нас будут также несколько источников, они у нас будут очень сильно перекрываться, и, в принципе, ну, мы их не сможем с вами различить. С другой стороны вопрос, а если мы просто возьмем линзу, откуда у нас возьмется апертура? Ведь в микроскопе можем просто переднюю линзу объектива поместить, не представив перед ней никакой апертуры. На самом деле, сама по себе линза, она ограничивает те лучи, которые могут дальше использоваться в ходе ее уже преобразования изображения, формирования изображения нашего объекта. И по сути дела, любая линза ограничена вот своими физическими размерами. Чтобы было проще, можно эту же картинку представить себе как две линзы, равной силы, тогда первая линза будет расходящийся пучок лучей преобразовывать в параллельный, но она будет его преобразовывать только на том диаметре, диаметром которого эта линза как раз и ограничена. То есть, по сути дела, вот наша виртуальная апертура, где появляется даже если линза вообще без оправы. Ну и, соответственно, будет получаться у нас изображение. Пока на уровне таком понятийном мы с вами это рассмотрели, чуть дальше мы попробуем объяснить это уже а, более подробно, почему увеличение апертуры до определенного размера нам дает большой плюс в разрешении. Но сразу же вещь, которую нужно обсудить. Предположим, у нас есть некие, некое изображение, состоящее из маленьких точек. Предположим, что эти точки действительно меньше разрешающей способности нашего, скажем, будет объектив, например. И наш объектив дает вот такую вот картинку дифракции для точного источника света. Тогда, если мы таким объективом будем смотреть на вот это изображение исходное, то изображение, которое мы получим, будет выглядеть вот так. С точки зрения математики это операция конволюции, то есть каждая точка представлена какой-то функцией и сложена соседними точками. Ну и понятно, что чем меньше будет размер вот этого вот э -э искажения да, функции рассеяния единичного источника света, тем лучше картинка будет, которую мы с вами получим. И э, если у нас, скажем, каждая точка была как-то помечена, например, цвета, мы могли бы еще с вами разобраться. Но ситуация еще ухудшается тем, что, конечно же, в реальном мире у нас, кроме самого нашего изображения, еще добавляется шум. Смотрите, вот в данном случае, видите, у нас каждая точка уже выглядит не настолько хорошо. Давайте разбираться, почему апертура у нас будет влиять на размер э, картинки, которая получается для единичного источника света точечного. Для этого нам нужно будет вначале вспомнить еще одно понятие из физики. Я не знаю, была ли она у вас в курсе физики университетской это так называемое понятие длины оптического пути. Предположим, у нас есть некий точный источник света, который вот здесь у нас вот находится. И, естественно, от него во все стороны будут расходиться, условно говоря, лучи, ну, если мы будем с точки зрения волновой оптики смотреть, то у нас будет здесь сферический фронт волны от него расходиться. Да, и по нормали мы всегда можем нарисовать лучи. Вот, собственно говоря, то, что мы в геометрической оптике все представляем в качестве лучей. Давайте возьмем два луча, которые с точки зрения геометрической оптики на определенном расстоянии должны опять сойтись в точечку, дать нам изображение этой точки уже на неком экране. Если у нас такое изображение формируется, то оказывается, что количество вибраций, которые претерпела эта волна и эта волна, будут одинаковыми. Здесь у нас какое-то количество вибраций было в воздухе. И здесь какое-то количество вибраций в воздухе. Ну и какое-то количество вибраций внутри линзы. Как вы помните, линзы имеют больше коэффициент преломления, чем воздух. Соответственно, свет там распространяется медленнее. И поэтому, чтобы пройти через такую толщу стекла, нужно совершить ему гораздо больше колебаний внутри этого стекла. Но если мы теперь посчитаем количество колебаний, которое было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, опять же. То как видите, что для луча, который прошел по оптической оси, что для луча, который прошел по краю линзы, количество вот этих колебаний у нас было одинаково. Соответственно, для оптического пути это и есть количество вот этих колебаний. От чего оно будет зависеть? Оно будет зависеть от коэффициента переломления и от времени, которое луч проходил через этот отрезок. Да? То есть, в принципе, можем выписать длину оптического пути для данного случая как коэффициент преломления первой среды на время, которое этот луч проходил в этой среде, коэффициент преломления второй среды, ну и, соответственно, время, которое проходил луч здесь, и коэффициент преломления, опять же, третьей среды, ну, опять же, воздух, который здесь и время. И получается, что вот это вот показатель длины оптического пути для обоих лучей у нас одинаков. Что это означает? Это означает, что в эту точку лучи пришли в одной и той же фазе. И здесь, возможно, конструктивная интерференция этих лучей, то есть здесь будет яркая точка. Давайте посмотрим на эту же схему, но с точки зрения э, волновой оптики. Э, так как у меня нет схемки с точным источником света, есть схемка, которая э, пародирует точный источник света за счет э, вот здесь вот вогнутой линзы. Да, у нас получается, как будто бы источник находился бы вот здесь. И на нашу линзу уже а, выпуклую, приходит фронт лучей, как будто бы он идет от точного источника света, находящегося на этом расстоянии. Посмотрите, после линзы у нас фронт лучей, тоже сферически, но сходящийся, вот в эту точку, где, по идее, у нас и должно получиться изображение тогда этого вот этого источника. Давайте посмотрим теперь, зная о том, что такое длина пути. И подразумевая о том, что источник света, чтобы такая интерференция могла возникнуть, должен быть частично когерентным, а на самом деле даже та же самая лампочка накаливания, просто нагретое тело, если брать микромасштабы времени и микромасштабы по размерам пространства, то каждый участок нагретой спирали лампы на каких-то миллисекундах и каких-то нанометрах является когерентным. Да? Буквально через несколько миллисекунд, конечно, этот источник будет уже не очень конкретный. Следующая точка будет также себя вести. Но это условие соблюдается даже для ламп накаливания. И давайте теперь посмотрим уже на схему нашего микроскопа. Мы возьмем только объектив, только одну линзу. И как вы помните, для объектива, если у нас есть некий объект, который находится от двух фокусных расстояний до фокусного расстояния, и экран за двумя фокусными расстояниями, где-нибудь пускай здесь будет два фокуса, где-нибудь будет фокус там где-нибудь 2 то у нас формируется увеличенное изображение этой точки предположим что точка это э, очень маленькая какими там нанометра но достаточно ярко и как мы уже говорили у нас всегда в нашей оптической системе где-то есть апертура либо это ограничение нашей линзы по размерам либо мы ее можем поставить сами где-то в оптическом пути и давайте посмотрим Какая картинка будет формироваться для одной и той же точки, находящейся на одном и том же расстоянии, с одной и той же линзой? В зависимости от того, какого размера мы поставим за этой линзой апертуру. Предположим, мы возьмем два случая. Одна апертура у нас практически равна полностью открытой линзе. Вторая где-то половину от линзы всего оставляет возможной. Как вы помните, согласно принципу Гюгенса, Каждая точка волны у нас может рассматриваться как источник вторичных волн. И давайте нарисуем опять же несколько лучей, которые проходят через нашу линзу, причем идут по краю апертуры. Что в этом случае? Что в этом случае? И для этих крайних лучей и для лучей, идущих по центру оптической оси, построим, как бы эти источники уже вторичные могли бы дойти до нашего экрана. Смотрим из этих двух точек. В центр экрана, где должно сформироваться изображение нашей точки, они дошли в одной и той же фазе. Длина оптического пути равна. Здесь мы получим с вами конструктивную интерференцию, ну и понятно, что здесь изображение нашей точки будет хорошо видно. Но на определенном расстоянии от этой точки можем получить разницу хода лучей, зеленым они здесь обозначены, таким образом, что они придут в эту точку экрана точно в противофазе. Что это будет означать? Это будет означать, что здесь будет деструктивная интерференция. Света мы здесь не увидим. Он будет перераспределен сюда и сюда. Следующее. Давайте посмотрим теперь еще на один случай. Красным здесь эти лучи обозначены вот сюда. Опять же, они у нас теперь пришли в одной и той же фазе. Мы здесь опять получили конструктивную интерференцию. Да? Ну и здесь же картинка, которую мы наблюдаем по яркости, то есть чем выше тем ярче. У нас есть центральная часть, этот самый диск IRI, 84% яркости сюда уложилось. Есть вторичные максимумы, минимумы и так далее. Но посмотрите, какой большой размер вот этой вот части. Теперь давайте точно так же построим ту же самую картину, абсолютно одинаковую, но в случае, если апертура была открыта. Понятно, что в данном случае у нас точки эти будут дальше разнесены. И если мы теперь просто построим треугольники, окажется, что расстояние между двумя случаями, когда волны придут точно в одной и той же фазе, будет короче, они будут ближе друг к другу расположены. И в итоге изображение вот этого точного источника на экране, посмотрите, будет меньше. Понятно, оно никогда не будет настолько маленьким, как у нас был исходный источник. Если у нас источник был 10 нанометров по яркость, в принципе, можно такой источник создать то после этой линзы, дальше это будет линза совершенно идеальная, у меня будет, не знаю, брать все 90 градусов света, которые идут из этой точки. Расстояние, которое мы здесь получим, в этом случае будет порядка 200 нанометров для случая, если у нас, например, 400 нанометров, ярко, 400 нанометров был свет. Понятно, почему в микроскопе мы имеем ограничения по разрешению и понятно что в принципе теоретически мы можем придумать с вами формулу по которой мы сможем посчитать размер минимальный вот этого вот источника который можем получить ну и это нам даст если мы теперь поделим на увеличение исходный размер объекта который мы сможем увидеть как отдельный объект Понятно, что в микроскопии мы, конечно, с вами рассматриваем не отдельные точки, а некие объекты. И поэтому можно вернуться к разрешению, подойти к нему еще с одной точки зрения. Ну, опять же, можно еще раз объяснить, почему апертура будет ограничивать разрешение. Давайте возьмем наш микроскоп. Опять же, возьмем только объектив. Но в микроскоп в виде препарата положим какую-нибудь очень регулярную структуру. Например, просто в микроскоп положим дифракционную решетку. Шаг у нее пускай будет, например, 1 микрон. Да, вполне 1 микрон мы в микроскопе можем увидеть, если хороший объектив, это совершенно нормально. Ну и опять же, даже биологический объект у нас есть регулярные, те же самые, например, диатомовые водоросли. И давайте посмотрим, как будет формироваться изображение этой дифракционной решетки объективом на неком экране. Понятно, что на экране мы тоже увидим светлые полосы, темные полосы, светлые полосы, темные полосы, как у нас и в исходном изображении в идеале. Но давайте посмотрим, что будет происходить со светом, если он будет попадать на дифракционную решетку. Вот у нас есть пучок света, который на нее идет. Как вы помните, на дифракционной решетке, предположим, что у нас есть какая-то только одна длина волны, чтобы пока не путаться, не знаю, возьмем те же самые 400 нанометров для удобства. У нас будет происходить дифракция этих лучей. Причем мы можем посчитать угол, на который эти лучи будут отклонены. Да, помните, что строим треугольник, и вот эта вот часть треугольника – это одна длина волны, а вот эта часть треугольника – это, собственно говоря, шаг нашей дифракционной решетки. И понятно, что порядков, на которые лучи отклоняются, может быть несколько. Здесь может быть одна длина волны, две длинные волны, три длинные волны, но четыре уже не вписывается. Вот три порядка, которые мы с дифракционной решетки можем получить. Положили мы ее в микроскоп, и получается, что объектив у нас видит не только нулевой порядок, то есть те лучи, которые прошли через дифракционную решетку, не подвергнувшись дифракции на ней, но и первый порядок лучей, в идеале, может быть, еще второй, третий и так далее. Теперь смотрим на область геометрического фокуса. Помните, мы всегда рисовали с вами в геометрической оптике, что у нас здесь лучи просто в одну точку сходятся. Понятно, что вопрос тогда, как у нас информация вообще должна каким-то образом сохраняться, если они в одной точке оказались. А оказывается, что у нас есть еще первый порядок, и фокус первого порядка находится несколько выше. Соответственно, если вдруг соберем второй порядок или третий, будет еще выше. Если посмотреть апертурную плоскость в нашем микроскопе, в том случае, если мы туда положили как раз-таки дифракционную решетку, мы с вами можем увидеть вот такие картины. Кстати, вопрос с предыдущего занятия. Как мы можем увидеть в микроскопе апертурную плоскость? Да, правильно, действительно написали, если мы с вами окуляр вынем, мы сможем увидеть апертурную плоскость. И вот фотографии, которые можно сделать для этой апертурной плоскости. Если мы будем с вами смотреть на дифракционную решетку объективами с разной числовой апертурой. Только числовая апертура, помните, это угол максимальный, под которым наш объектив может собрать лучи. Посмотрите, здесь вот его, это вот как раз альфа, да, вот его числовая апертура. Он не может собрать больше угол, чем этот. Если будет луч следующий, он пройдет мимо нашего объектива, и мы ничего с вами не соберем. И получается в данном случае, что только вот этот объектив, начиная с него, мы собираем что-то, кроме нулевого порядка лучей. А теперь вопрос на сообразительность. Вот у нас есть объектив достаточно плохой. Давайте я сейчас сотру все, что мы нарисовали. У нас есть достаточно плохой объектив, в который первый порядок лучей не попадает. У нас есть объектив получше, в который первый порядок лучей уже смог попасть. Как вы думаете? Если мы будем смотреть на нашу дифракционную решетку, используя вот такой плохой объектив числовой апертуры, пускай это будет, например, 0,1 числовая апертура, здесь пускай будет, например, 0,25. Увидим ли мы что-нибудь, используя объектив числовой апертуры 0,1? Будет ли видна дифракционная решетка? Не будет, абсолютно верно. Давайте разбираться, почему. Если у нас Возможность вот этим лучам, которые сюда пришли да, и осветили, по сути дела, всю плоскость изображения с чем-то проинтерферировать так, чтобы получились участки, где яркость меньше или больше. Нету. У нас будет просто освещен фон. Правильно? То есть это будет некая просто серая полоска, мы никаких э, участков, как решетки, более ярких и более темных, увидеть с вами не сможем. С другой стороны, если мы соберем хотя бы первый порядок лучей, у нас уже есть в каждой точке два луча, есть возможность получить интерференцию как деструктивную, там где у нас должны быть темные места, так и как раз конструктивную, там где будут светлые. То есть получается, что условием формирования изображения является то, что для такой дифракционной решетки объектив должен собрать хотя бы два порядка лучей, например, нулевой порядок лучей и первый порядок лучей нулевой и второй, нулевой, первый, второй, сколько угодно. То есть получается, что дифракционную решетку можем с вами увидеть. Дифракционную решетку, естественно, такого шага. Здесь у нас был один микрон. Мы сможем увидеть только вот на этих объективах. А понятно, что я не помню, какие здесь значения, поэтому я из головы напишу. Пускай здесь будет, скажем, 0,5, здесь, скажем, будет 0,9. И отсюда становится понятно, Почему объектив с большой числовой апертурой способен различить маленькие объекты? Предположим, что у нас шаг дифракционной решетки меньше. Это означает, что угол, на который будет первый порядок дифракции, уходить станет больше. И данный объектив, как видите, эти лучи собрать не сможет, они все пройдут мимо него. И понятно, что да, данный объектив в таком случае не способен сформировать изображение. Предположим, что у него апертура будет большая числовая и вот такого размера, тогда он эти лучи уже может собрать, и изображение в итоге будет получено. Я надеюсь, что стало более-менее понятно, почему на самом деле числовая апертура объектива теперь будет влиять на размер точечного изображения, точного источника света. Ну и почему в конечном итоге это будет влиять на разрешение. То есть чем меньше объект, тем свет на нем будет подвергаться большей дифракции на больший угол. И только если мы соберем хотя бы два порядка, нулевой и первый, например, порядок лучей, только в этом случае мы получим изображение, а не просто засветку фона. Давайте посмотрим еще на одну картинку. Здесь я оставлю ссылку на страничку, где можно посмотреть ее более подробно. Картинку мне пришлось перевернуть, потому что на этой страничке говорится о фотоаппарате. Фотоаппарат, как вы понимаете выполняет обратную функцию. Большое изображение проецирует на маленькую пленку. Тем не менее, дифракционная решетка на нашей схеме, дифракционная решетка на этой схеме. Как видите, от нее, от каждой точки, есть целый набор сходящих лучей. Есть вот нулевой порядок, первый порядок, второй порядок и так далее. Линза. Здесь она сделана, как будто бы она у нас, как в физике, абсолютно тонкая, условная. И э, здесь происходит действительно изменение фронта волны в обратную сторону. И есть теперь место, где у нас, видите, эти волны сходятся вместе. Но это не изображение объекта. Посмотрите, из этой дифракционной решетки один из э, участков светлых чуть-чуть дальше расположен, чтобы могли его увидеть. Здесь формируются как раз фокусы первого, второго и так далее порядков лучей. А вот дальше, если мы теперь проследим эти же волны, то будет происходить конструктивное и деструктивная интерференция. И в итоге, посмотрите, у нас было изображение решетки, и мы получили теперь, ну, вернее, сама по себе решетка, и теперь мы получили с вами изображение решетки уже на экране. Оно действительно увеличенное, оно действительно перевернутое, все, как мы любим в геометрической оптике, но предположим, что мы теперь с вами оставили только вот эту часть, только нулевой порядок. Только нулевой порядок здесь. И посмотрите, если ему не с чем интерферировать, то он просто засвечивает нам вот такое пятно на экране. Ну и понятно, что вместо дифракционной решетки мы с вами получаем просто некое серое пятно. Это было лишь небольшое вступление для того, чтобы теперь мы могли говорить о разрешении микроскопа уже в неком численном выражении. Давайте посмотрим о том, как мы можем формализовать разрешение. Внизу представлены три изображения. Во всех трех изображениях на самом деле сняты под нашим микроскопом из ресурсного центра флюоресцентные частички размером 50 нанометров. Понятно, что микроскоп 50 нанометров вам никогда не даст. Но удалось найти на разных частях препарата несколько таких отдельных частичек, которые лежали либо очень близко друг к другу, либо на определенном расстоянии, которое нам позволяло все-таки говорить, что скорее всего здесь две частички, либо уже точно на таком расстоянии, что мы уже были уверены, что две частички. Согласитесь, на первом изображении, если бы я не сказал, что здесь две частички, чтобы было понятно по яркости, они а стандартные, а здесь просто в два раза ярче, то сказать, имея только это изображение, сколько же частичек, одна, две, три, десять, было бы невозможно. Есть, конечно, некий намек, что чуть вытянутая функция рассеяния точки здесь, но, в принципе, да, сказать однозначно не можем. Вот это изображение. Согласитесь, здесь ну, 50 на 50. Скорее всего, все-таки две частички. И в данном случае получается, что максимум яркости первой частички падает на первый дифракционный минимум второй частички. Ну, с точки зрения физики есть такое формальное понятие разрешения, как критерий релея, который мы сейчас как раз с вами смогли увидеть. За Возможность разрешения двух точечных источников света для этого критерия принято, что мы их можем различить, если диск ИРИ или максимум первой из них приходится на первый дифракционный минимум второй. То есть, если вот в этой картинке у нас бы вторая точка пришлась бы вот сюда на первый дифракционный минимум от уже имеющегося изображения, тогда мы могли бы сказать вот как в этом случае, что эти две точки мы в принципе можем различить как отдельные точки. Ну, а если они расположены дальше, чем это расстояние, то, конечно, тут вопросов не возникает, сколько у нас точек здесь есть, что как минимум две точки мы, вот, видимо, можем различить. Теперь, на самом деле, не будем вдаваться в глубокую математику, но мы можем с вами определить размер вот этой вот центральной части и отступить от нее немножечко, так чтобы понять, где находится у нас первый минимум дифракционный. Но ну, а как мы с вами говорили, половина этого расстояния, да, если на этом расстоянии у нас находится на половине этого расстояния два объекта, то они у нас минимально могут быть согласно критерию Реле различены. Вот эта вот ситуация мы в принципе можем говорить, что скорее всего здесь все-таки два объекта. Если находится дальше, вообще вопросов нет. И э -э -э мы можем это выразить вот такой формулы. D – это размер объекта, который мы минимально можем различить. Или двух объектов, находящихся на таком расстоянии. Лямбда – это длина волны. И NA – это числовая апертура нашего объектива. И посмотрите, как мы теперь легко можем при необходимости рассчитать, какое разрешение можем получить нашего объектива. Понятно, что данная формула – это Теоретически максимально возможное разрешение. Она не учитывает каких-то э, особенностей объектива, если он хуже, чем теоретически возможный, не учитывает особенности освещения, если мы говорим о проходящем свете, у нас конденсор неподходящий. Но это максимально теоретически возможное достижимое разрешение при использовании данного объектива. Предположим, что у нас есть некий объектив, скажем, с числовой апертурой единичка, чтобы было удобно считать. И предположим, что длина волны у нас, например, пускай будет 400 нанометров. Понятно, что поставив сюда, мы с вами легко получим разрешение данного объектива. Но, естественно, как мы уже сказали, этот показатель мы будем использовать для сравнения разных методов, для сравнения разных объективов. Но это чисто формальный показатель. В реальной же жизни нам нужно бы еще учитывать и такое понятие, как контрастность. Ну и, соответственно, опять же, какие-то особенности самого объектива. Как мы можем проверить его в реальной жизни? Мы можем объективу в виде препарата дать ту же самую дифракционную решетку где у нас есть полосы черные, полосы светлые, на минимальном расстоянии расположены друг от друга, и дальше просто уменьшать расстояние между этими полосками. В идеале, если объектив может различить такую полоску, картинка у нас будет после объектива выглядеть немножечко более смазанной. Да, если здесь контрастность у нас очень резко росла, от 0 до 100% контрастности, то здесь, конечно, от 0 до 100% контрастности она уже будет сглажена. Почему? Функция рассеяния точек, как вы помните, она у нас э, имеет максимум, дальше он тихонечко спадает, минимум, максимум, минимум и так далее. И вот за счет этого у нас происходит уже небольшое э, ухудшение картинки. Предположим, берем следующую дифракционную решетку вот с таким шагом линий. Картинка, которую мы с вами видим. Видите, еще можем различить, но контрастности осталось всего 18%. Ну и теперь берем дифракционную решетку для данного объектива, который, в принципе, по критерию релея мог бы, теоретически, ее бы разрешить, но это было на самой-самой-самой границе, границе бы лежало разрешение. Как видите, контрастность меньше 1%, и различить теперь эту решетку мы с вами не можем. Такая характеристика объектива, по-русски называется частотно-контрастная характеристика, в линиях на миллиметр, например, может быть выражено или в размере этих линий в микроне. Ну, по-английски это же самое называется функцией передачи модуляции MTF. Одно и то же абсолютно. Теперь понятно, что у нас действительно есть две характеристики, которые мы можем оценить разрешение нашего микроскопа. У нас есть возможность посчитать по критерию реле и получить вот это вот d, то есть минимальный объект либо расстояние минимально между двумя объектами, чтобы мы их могли увидеть как отдельные. У нас есть частотно-контрастная характеристика, которая учитывает то, что в принципе, если у нас контрастности не хватит, мы эти объекты все равно увидеть не сможем. И э, эту же демонстрацию можно вот по этому адресу, если захотите посмотреть уже живую. Но давайте теперь перейдем с вами к микроскопу проходящего света, в котором мы только что на прошлом занятии обсуждали его устройство, обсуждали настройку по келлеру и так далее. Дело в том, что у нас числовая апертура есть не только у объектива, но и у конденсора. Помните, конденсор у нас тоже может освещать наш объект под разным набором лучей. И в принципе, меняя апертурную диафрагму конденсора, мы можем каким-то образом влиять на контрастность и разрешение. Давайте разбираться, каким образом это происходит. Предположим, у вас на вашем столике лежит некий объект, который, например, пускай та же самая дифракционная решетка, которая будет давать вам два порядка лучей. Нулевой порядок лучей и первый порядок лучей. Понятно, что чтобы эту дифракционную решетку могли увидеть, мы должны собрать оба этих порядка лучей. Но предположим, что наша линза, которой мы пользуемся, не позволяет нам это сделать. И, э, например, наша линза позволяет собрать только вот такое количество лучей. Понятно, что в данном случае разрешения нам с вами не хватит. Но, а что если мы теперь будем свет подавать в нашу дифракционную решетку не только вот так вот прямо, а, например, источник света Попробуем наклонить, и свет будет идти вот под таким углом. Смотрите, нулевой порядок у нас проходит точно так же, понятно. И этим маленьким даже объективом собирается. А теперь у нас первый порядок лучей тоже может попасть в объектив. То есть за счет того, что мы теперь освещаем наш образец не только э, строго по оптической оси, параллельно ей, но и под каким-то углом мы смогли сделать так, что даже объектив с небольшой числовой апертурой смог собрать у нас и нулевой, и первый порядок, а следовательно смог сформировать изображение дифракционной решетки, пускай оно будет не очень хорошее, но тем не менее мы уже ее можем увидеть. Ну и давайте теперь посмотрим, а что на самом деле на нашей схеме делает апертурная диафрагма в нашем конденсере. Если мы ее полностью закроем, то мы оставим только свет, который идет точно параллельно оптической оси. Первый случай. Если мы ее полностью откроем, то крайние лучи, видите, будут идти под очень большим углом. Вот угол, под которым крайние лучи по отношению к нормали могут идти. Вот это наша альфа. Ну и, соответственно, понятно, числовая апертура в данном случае нашего конденсора будет высокой. Я думаю, теперь понятно, почему, если мы будем с вами апертурную диафрагму конденсора закрывать, разрешение микроскопа проходящего света будет падать. А в случае, если мы будем открывать, то разрешение микроскопа проходящего света будет расти. И, соответственно, это в том случае, когда числовая апертура нашего объектива равна или меньше числовой апертуры нашего конденсора. То есть, когда объектив может собрать все лучи, под которыми, все углы лучей, под которыми может наш конденсор, в принципе, наш объект освещать. Поэтому, если у нас конденсор хороший, вот формула, по которой мы считаем. Но представим теперь, что у нас конденсор не очень хороший. То объектив у нас может собрать вот такой набор лучей. А конденсор может осветить наш препарат только под таким набором лучей. Видите, у нас есть еще часть, которая не используется условно. Конечно, здесь за счет дифракции будут какие-то лучи первого порядка или еще какие-то попадающие на эти участки, но нулевой порядок у нас ограничен вот таким набором лучей под большим углом нулевой порядок у нас образоваться ниоткуда не сможет. Тогда разрешение нам придется считать вот по такой формуле. Посмотрите, вместо двух числовых апертур у нас теперь стоит сумма из числовой апертуры объектива и числовой апертуры конденсор. Таким образом, закрывая апертурную диафрагму конденсора, мы можем ухудшать разрешение нашего микроскопа. Но с другой стороны, если мы ее закрываем, то у нас будет улучшаться контраст. Почему? У нас меньше лучей, которые будут приходить на наш экран для того, чтобы там подвергнуться конструктивной или деструктивной интерференции. Соответственно, раз их стало меньше, то будет лучше выраженность по яркости этих участков. Ну и поэтому, закрывая нашу апертурную диафрагму, мы будем улучшать контраст. В итоге, давайте просуммируем, что будет происходить в случае, если мы с вами будем открывать или закрывать апертурную диафрагму. Значит, если она у нас с вами э, закрывается, и мы ее уменьшаем, мы получаем из плюсов высокий контраст, из плюсов, как вы помните, с прошлой лекции компенсацию операций, но разрешение будет маленькое и яркость, соответственно, маленькая. Теперь открываем апертурную диафрагму, и пока мы ее открываем до размера числовой апертуры объектива, у нас будет расти разрешение, но уменьшаться контраст, к сожалению, тут никуда не денешься, увеличиваться операции, ну и побочный свет, который может, в принципе, быть, если мы откроем ее больше, чем наш объектив способен воспринять, также может уменьшить контрастность. Понятно, на что влияет апертурная диафрагма, что это возможность выбора некого компромисса между разрешением, контрастностью, яркостью. Ну и используя ее, нужно понимать, что может за этим последовать. Однако есть еще несколько вещей, которые будут нашей апертурной диафрагмой регулироваться. Если кто-то занимался фотографией, то наверняка знаете, что если у фотоаппарата открыть, там тоже есть апертурная диафрагма, если ее открыть, то Получится очень интересный эффект. У вас будут хорошо видны те участки изображения, которые находятся ровно в фокусе. Но то, что находится на заднем плане или на переднем плане, будет видно гораздо хуже, будет размыто. Если же вы в фотоаппарате апертурную диафрагму закрываете, то посмотрите, у вас более-менее в фокусе оказываются и эти участки, и эти участки. Почему это происходит? Действительно, функция рассеяния точки для того, что находится в фокусе и что находится не в фокусе, будет различаться. Вот функция рассеяния точки для какого-то объекта, находящегося в фокусе нашей камеры. Вот в случае э, какого-то объекта с заднего плана. Но посмотрите, они очень похожи. Когда закрыта, числовая, когда закрыта апертурная диафрагма. И, в принципе, на одну точку матрицы камеры или на какой-то небольшой участок фоторецепторов нашего глаза, они попадают примерно одинаково, особая разница между ними. Теперь, если мы с вами числовую апертуру делаем большой, открываем ее, то мы получаем, что для точек, которые находятся в фокусе, она становится даже еще чуть-чуть лучше. Но для того, что находится на заднем плане, посмотрите, как она меняется. Она уже попадает не на один, не на одну точку камеры или какой-то небольшой участок рецепторов нашего глаза, а, например, в данном случае на 9. И, конечно же, это будет уже воспринято как расфокусировано. В связи с этим, если вы смотрите какие-то препараты под вашим микроскопом на линзе с большой числовой апертурой, гистология была, наверняка была еще и микробиология, вспоминайте, если вы берете линзу с большой числовой апертурой, обычно с большим увеличением, Можете ли вы для толстого препарата хорошо навестись на резкость? Или у вас получается, что какая-то плоскость в этом препарате изображена резко, а все, что выше, ниже изображено плохо? Чем больше у вас числовая апертура объектива, обычно она вместе с увеличением увеличивается, да, то э, тем сложнее навестись на фокус, потому что плоскость фокуса становится меньше. И если вам все-таки нужно, при этом объективе, потеряв разрешение увидеть, например, клетку, какую-то окрашенную толстую целиком, вы можете просто-напросто закрыть апертурную диафрагму. Закрывая ее, вы увеличиваете как раз-таки глубину резкости. И опять же, даже объект, который был. Э -э не было возможности сфокусировать целиком, может поместиться теперь в ту часть, которая изображена резко. Давайте посмотрим, от чего будет это зависеть и как мы с этим можем справляться или если хотите бороться. Предположим, что у нас есть два объектива с числовой апертурой 0,6, один с другой с числовой апертурой 1,3, и предположим, что оба объектива с одинаковым увеличением, предположим, 40 крат. Здесь изображен препарат наш, это плоскость, предположим, покровное стекло, на котором препарат лежит, но посмотрите, Угол лучей, под которым будет собирать наш объектив в этом случае, если у него числовая апертура 1,3, и в этом случае, если у него числовая апертура, скажем, 0,6. На самом деле, где бы теперь здесь ни оказался наш объект, вот на этом расстоянии, отсюда до сюда, он будет помещаться, условно говоря, на то, что в итоге после увеличения нашего объектива будет приходиться на 1 детекторы нашей камеры или на ну, небольшое количество рецепторов нашего глаза. И разницы между тем, находится объект здесь, он весь этот детектор будет занимать, или здесь не будет. Поэтому мы вот эту вот область всю целиком увидим, ну, условно говоря, резко. Но все, что будет выше, у нас будет занимать уже несколько детекторов, ну и, соответственно, мы с вами не сможем это увидеть резко. С другой стороны, числовая апертура 0,6. Посмотрите. Вот до этого расстояния вверх-вниз объект у нас будет занимать, его изображение будет занимать на нашей камере ровно одну точку. И таким образом, на, скажем, объективе с числовой апертурой 0.6 мы резко видели только вот эту область. А на 1.3. А на объективе с числовой апертурой 1.3 резко мы видим, видите, насколько большую область. Давайте теперь с вами посмотрим на то, каким образом можно разрешение по z, то есть по глубине, было бы увидеть. А, понятно, что, конечно, вот такой громадный крокодил нас не очень интересует, но из этой формулы z это разрешение по глубине, n это центр а, преломления мерсионной среды, λ понятно, длина волны, числовая апертура понятно, m увеличение и e размер или разрешение нашего детектора чтобы понять, сможем ли мы это увидеть как отдельный объект или нет. Обратите внимание, чем больше числовая апертура, тем совершенно ожидаемо мы с вами имеем лучшее разрешение по Z. Соответственно, резко изображаемое пространство у нас очень небольшое. Но у нас здесь еще есть и N, а именно инверсионная среда. Предположим, вы смотрите какие-то клетки на сухом объективе с числовой апертурой 0.9. На этом графике, по этой оси, числовая апертура, по этой оси, глубина резкости, то есть на каком расстоянии препарата вы будете видеть все резко. Предположим, у вас есть два объектива с одной и той же числовой апертурой 0,9, один иммерсионный, другой сухой. И на сухом объективе с такой числовой апертурой у вас порядка 500 нанометров будет зона, которая будет изображена резко. То есть, если вы берете стандартный препарат 7 микрон, понятно, какая часть этого препарата у вас будет вне фокуса. Плохо. Если вы берете точно такой же объектив, но иммерсионный, предположим, масляная иммерсия у нас, соответственно, 1,44. 1,51 сюда можем добавить, значит, где-то 1,4 будет. То разрешение уже становится по глубине, с одной стороны, хуже. Да, 1 микрон. С другой стороны, это означает, что мы можем теперь увидеть наш объект весь целиком, если он, скажем, один микрон занимает, в фокусе. Да, то есть для иммерсионных линз разрешение по Z уже, чем для сухих линз. Но с другой стороны, это может быть нам и полезно. Таким образом, мы с вами рассмотрели разрешение по X, Y, по плоскости препарата. Мы с вами посмотрели формальное представление этого разрешения с учетом критерия реле и формула, которую нам нужно будет запомнить, это 1,22 длины волны на 2 числовых апертура. В случае, если у нас конденсор имеет такую числовую апертуру или больше, чем у объектива. И мы с вами посмотрели, как можно посмотреть разрешение по глубине, по Z. И какую часть препарата мы будем видеть с вами одновременно резко. Давайте теперь посмотрим на возможные проблемы микроскопа, при работе, которые могут возникнуть. А в этой части лекции у меня просьба вас активно участвовать. И давайте посмотрим на, первую, на первый набор картинок. В центре здесь показана картинка, которая идеальна, то есть когда нету никакой ошибки. И выше и ниже показаны две картинки А и С, соответственно, когда есть какая-то ошибка, выраженная в одну сторону или в другую. Давайте посмотрим и начнем, наверное, с самого простого. С третьего изображения. Как вы думаете, в чем здесь проблема? Если картинка B это то, что мы должны получить, а картинка А или С это вот наша ошибка. А как вы думаете, вот на картинке 3 c что вот это вот за участки такие? Что такое круглое мы здесь с вами видим? Это полевая диафрагма, но при этом, посмотрите, конденсор находится на неподходящем расстояние. Значит, настроен ли микроскоп вообще по Келлеру? Нет. И это две картинки, когда конденсор находится слишком высоко и слишком низко по сравнению с тем положением, в котором он должен находиться. А вот здесь вот картинка, причем даже на самом деле пылевую диафрагму не трогали. А вот здесь вот картинка, когда микроскоп настроен по Келлеру. Да, разобрались с третьей картинкой. Понятно, что если вы в углах видите вот такое винитирование, то скорее всего у вас проблема с конденсором. Либо вы поставили на малое увеличение конденсор э, хромопланар, который действительно будет освещать только небольшую часть препарата, либо у вас просто покелевали настроен микроскоп. Согласен, с третьей картинкой разобрались. Четвертая картинка это как в идеале у нас должно быть. А вот это два варианта. Что-то мы в микроскопе меняем и видим два вот таких изображения, как А и С, которые нам, наверное, не очень подходят. Что меняли? Действительно, это просто изменялось, изменялся размер апертурной диафрагмы. А, на картинке С ее очень сильно закрыли. И как видите, картинка действительно стала темнее. Это понятно. Она стала контрастнее, тоже понятно. Обратите внимание, что теперь весь препарат находится в фокусе. Да, мы видим с вами толстый препарат очень хорошо. Но при этом, если посмотрите на клеточные стенки, понятно, что растительная ткань, то здесь клеточные стенки становятся очень толстыми на изображение. Да, мы потеряли разрешение. Мы не видим здесь мелких деталей. А картинка А на этой же части, она очень яркая, она очень неконтрастная, что уже нам намекает на то, что здесь есть проблема с числовой апертурой конденсора, и она открыта явно больше, чем объектив, потому что лишний свет просто получается. И при этом у нас достаточно хорошее разрешение. Посмотрите, какие тонкие детали здесь вот видны на этом препарате. Но, конечно, при таком, такой плохой контрастности, наверное, наблюдать, микроскопировать объект не очень не хорошо. А вот средняя картинка: здесь э, есть некий компромисс. Да, немножечко потеряно разрешение по сравнению с картинкой А, но с другой стороны, не настолько сильно, как картинкой С. Но посмотрите, какая хорошая контрастность. То есть, здесь, в настроенном уже по кюлеру микроскопе, правильно подобрали размер апертурной диафрагмы. На школьных микроскопах, скорее всего, э, в случае, которые были на кицетологии и гистологии, э, апертурная диафрагма просто размечена под объективы, которые нужно использовать. Там вместо значений э, апертурного отверстия написано просто 10 крат, 20 крат, 40 крат и 100 крат. Для того, чтобы можно было, не задумываясь, не настраивая дальше микроскоп, просто повернуть рычажок, чтобы получить правильную среднем апертурную диафрагму. Вопрос на сообразительность. А всегда ли, если у вас есть такой школьный микроскоп, нужно ставить размер вашей апертурной диафрагмы ровно как указано? Или в некоторых случаях вы можете ее менять произвольно? А если можете, то в каких? Ну, предположим, у вас не очень контрастный препарат. Да? И вам контрастности при правильно настроенной с точки зрения э, размера апертурной диафрагмы, просто контрастности не хватает его не видно. Будете ли вы микроскопировать при большом разрешении, когда вам просто контрастности не хватит, чтобы увидеть ваш объект? Или все-таки закроете тогда апертурную диафрагму, понимая, что да, вы теряете разрешение. Но объект хотя бы можете увидеть. Согласны? Настройка апертурной диафрагмы это, э, в общем-то, компромисс. Вы ее ставите действительно, вот эти 80% от. Размера максимально возможного, который вы видите, если вынете окуляр. И это некое среднее положение, как на этой картинке. Когда вы чуть-чуть потеряли разрешение, но уже имеете достаточную контрастность. Но дальше все зависит от объекта. Если у вас объект очень низкоконтрастный, да, конечно, его можно закрыть. Или если вы гонитесь за разрешением и снимаете на камеру, контрастность вам не так сильно важна, ну, значит, тогда ее можно открывать. То есть это не какое-то абсолютное значение. Поэтому, собственно говоря... Ее и можно на микроскопе вручную менять. Давайте посмотрим тогда еще на две картинки. Картинка номер два. Препарат в центре то, что мы хотели бы видеть. А препарат с одной стороны и с другой, посмотрите, имеет некие дефекты. Эти дефекты это пыль, помещенная в разные части микроскопа. Как вы думаете, в случае картинки С? Где пыль может быть, раз ее хорошо видно, софокусно с вашим препаратом? Может быть на покровном стекле, но может быть еще в двух местах. Это может быть плевая диафрагма окуляра. Помните, у окуляра в нижней части есть место, где формируется реальное изображение. Если там что-то будет, оно будет софокусно. И в некоторых случаях около полевой диафрагмы может находиться где-то стеклышко. На нем тоже может быть эта грязь. Как проверить? Если двигаете препарат, и грязь двигается, да, покровное стекло. Если двигаете препарат, а грязь остается неподвижно, тогда вам нужно будет смотреть что-то около полевой диафрагмы и что-то около окуляра. Ну и картинка А. Посмотрите, Видите ли вы здесь грязь очень хорошо или вы видите просто какую-то часть картинки, которая как бы расфокусирована? Обратите внимание на центр картинки. Видно, что он, э, ну скажем так, разрешение в нем сильно потеряно. Каким образом это могло произойти? Я уже сказал, проговорился вернее, что это пыль, которая находится где-то в нашем микроскопе. В какой плоскости у нас появляются дополнительные фокусы разных порядков от нашего препарата? Помните, если там эти фокусы мы не соберем, мы потеряем разрешение. Апертурная плоскость. Абсолютно верно. И если у нас пыль заблокирует несколько таких вот фокусов второго порядка э, в этой плоскости, то у нас не будет этих лучей для того, чтобы они пришли на плоскость изображения и подверглись, соответственно, интерференции. Ну и, соответственно, в этих именно частях изображения мы с вами потеряем разрешение. Потому что на этой картинке очень хорошо видно, что вот здесь изображение хорошо сфокусировано. Здесь прекрасно сфокусировано. Да? И даже ближе к центру есть. И если мы будем пытаться микровинтом работать, ну, на самом деле мы увидим, что это не кривизна поля, потому что центр мы все равно не сможем навести на фокус. Такой операции, когда у нас только центр плохо виден, нету. Но если мы теперь вынем окуляр, мы увидим всю ту же самую пыль, помещенную на то же самое стеклышко, для того, чтобы снять такую картинку, но уже в апертурной плоскости, где она как раз будет часть лучей для других порядков дифракции, блокировать и уменьшать разрешение. Поэтому, если видите в микроскопе вот такое безобразие, выньте окуляр, и пыль у вас, скорее всего, будет на задней линзе объектива. Очень часто, когда микроскоп не накрыт, либо когда объективы меняете, пыль туда падает и дает такую красивую картинку. Дальше у вас может быть что-то в апертурной плоскости стоять, что точно так же портят картинку. Ну, в принципе, это, скорее всего, вот два места, где такое возможно. Ну и картинка номер один. Давайте разбираться с ней. Здесь менялась только одна часть препарата. Как вы думаете, чем различается картинка центральная B, которая хорошая, и картинки краевые, пока просто по внешности? В обоих случаях они максимально наведены на фокус. То есть лучшего фокуса мы получить здесь ну никак не можем, это вот идеал-идеал. Четче, то есть разрешение у нас на картинке B лучше, чем на А и С. Но при этом у нас не меняется с вами ни яркость, ничего, значит, это явно не апертурная диафрагма. Но мы с вами знаем такую интересную операцию, которую мы с вами можем в микроскоп привнести. Если возьмем неправильное покровное стекло, неправильную иммерсию и так далее. Какая это операция? Сферическая аберрация, абсолютно верно. И эти картинки сняты, в одном случае э, взято очень тонкое покровное стекло 0.14, в другом случае взято правильное покровное стекло 0.17, и все это на сухом объективе неиммерсионном снято. В другом случае взято э, очень толстое стекло 0.27. И как видите, толщина покровного стекла, очень сильно влияет на качество картинки, которую можем получать. Поэтому, если работаете с сухими объективами, я вас призываю использовать покровные стекла 0,17, они а же стекло номер 1,5, если покупаете э, иностранные стекла, они обычно помечены таким номером. И для сухих объективов без иммерсионных это очень важно. Для иммерсионных объективов э, это менее важно, если масляная иммерсия, но также важно для водной или глицериновой иммерсии. Поэтому если есть возможность, покупайте правильные покровные стекла. Ну, давайте посмотрим, какие вопросы вас будут ожидать по этой части лекционного курса. И мы уже рассмотрели с вами а, апертурную диафрагму и к чему она будет приводить. Единственное, что все эти эффекты будут выражены только в том случае, когда микроскоп по келлеру настроен. Поэтому здесь, конечно, в вопросе это обязательно указано. Также... Про то, что будет находиться в геометрическом фокусе объектива, вы помните, что на самом деле там не одна точка, куда все лучи сходятся, а там фокус разных порядков. Тут делать дифракционная картина. Про покорованное стекло уже все понятно. Вопросы на то, как вы можете регулировать, что вы можете регулировать при помощи апертурной диафрагмы. Вопросы про пыль, которую мы разбирали, где она может быть в разных случаях. Вопрос немножко с подковыркой. Давайте его сразу же разберем. Из волновой оптики. Мы с вами поговорили, что такое длина оптического пути. И э, вопрос. Волны, прошедшие разный оптический путь, всегда ли будут отличаться по фазе? Помните, длина оптического пути – это количество колебаний, которые совершила волна из точки, где мы ее излучили, с точки, где она пришла, например, на экран или на детектор. Подковырка в том, что а, у вас возможно различие по фазе будет, например, на целый период или на два периода, или на 10 периодов, но оно все равно будет. Да? То есть длина оптического пути это количество колебаний. Если оно различается, ну оно будет различаться. Ну и понятно, что будет отличаться длина оптического пути как от расстояния, так и коэффициента преломления. Тут никуда не деться. Критерии релея, Тоже вопрос с подковыркой. Мы говорим именно про критерии релея, который берет, что у нас там 1,22 должно быть. Поэтому, в принципе, правильный ответ здесь, конечно же, первого дифракционного минимума, или дальше. Дальше э, будут задачки, где нужно будет рассчитать разрешение вашего микроскопа для проходящего света. Обратите внимание, формулу подставить проблем никаких нету. Но, как вы помните, у нас формула отличается, в зависимости от того, Используем ли мы с вами хороший конденсор или плохой. В данном случае давайте посмотрим. У нас конденсор 1.4 масляный, объектив 1.3. Какую формулу будем использовать? Где у нас э, две числовых апертуры внизу. Причем это две числовых апертуры объектива, естественно. Или где у нас сумма из числовой апертуры конденсора плюс числовой апертуры объектива. Какую из формул подставлять значение будем? А во вторую, или посмотрите, у конденсора больше объектив сможет собрать нулевой порядок лучей, идущих под такими громадными углами? Конечно же нет. Поэтому первое. А если мы поменяли местами это, если бы у нас наоборот бы объектив был 1.4, а конденсор 1.3, тогда? Тогда вторая. Разобрались. На самом деле задачка только вот на эту особенность, что нужно вспомнить, когда какую формулу применять. Про детекцию. Тоже задачка немножко с подковыркой. Смотрите, из э, собственной жизни. Если вы э, используете, например, э, проектор, или в кинотеатре находитесь, можете ли вы увидеть в луче этого проектора пыль? Видно ли ее? Видно. А можете ли вы сказать, одна пылинка, две пылинки, 10 пылинок там, вместе в этом комке, или рассмотреть форму этих пылинок? Таким образом, получается, что детектировать объект, который меньше предела разрешающей способности нашего микроскопа, мы можем. Помните, я вам показывал как раз флюоресцентные э, шарики, которые были гораздо меньше разрешения нашего микроскопа, 50 нанометров. Но мы их видели. Другое дело, что после того, как они пройдут через оптическую систему нашего микроскопа, размер изображения этих шариков уже будет высчитываться по этой формуле, и меньше этого размера он быть, в принципе, не может. Ну, глубина резкости здесь тоже все понятно. Таким образом, с лекцией этой мы с вами завершили. Ну и тогда я с вами прощаюсь. До следующей недели. Спасибо за внимание. До свидания. Удачи.